8 июня в Ульяновском дворце книги состоялось торжественное открытие фестиваля тайваньской культуры. Его организаторами являются Фонд Ульяновск культурной столицы и Центр народной культуры Ульяновской области при поддержке правительства Ульяновской области. Участники фестиваля – аборигенная группа «Формоза» с острова Тайвань и эстрадный балет Елены Баркайтис «Экситон». Мы очень благодарны Елене Кировне Баркайтис, потому что именно она в прошлом году открыла для Ульяновска Тайвань, выступив просто грандиозно, успешно со своим коллективом «Экситон» на большом международном фольклорном празднике в течение месяца, который проходил на острове Тайвань. И, собственно говоря, после этого возникло предложение от тайских руководителей привести к нам коллектив. Мы любезно воспользовались этим приглашением. Ульяновский коллектив «Экситон» был единственным представителем России на международном фестивале фольклора и народных игр на острове Тайвань. Мы дали более 50 концертов на разных площадках, в том числе и в Национальном театре «Милане». И мы дали очень много интерактивных программ для населения Тайваня. И, наверное, самым сложным для нас было это представить нашу национальную кухню. Нас везде очень тепло встречали. Удивительный народ. У нас появились фанаты и группа поддержки, которые путешествовали за нами по всем концертам. Конечно, гвоздем программы фестиваля тайваньской культуры станут выступления аборигенной группы «Формоза». Кстати, в переводе название группы означает «Тайвань», повторяя древнее название самого острова. Коллектив образовался 25 лет назад. За это время он побывал во многих турах в разных частях света, включая Европу, США и несколько стран Азии. Но, как сказал директор отдела культуры представительства в Москве Тайбэйской Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Николай Сюй, в Россию аборигенная группа «Формоза» приехала впервые. Перелет с пересадками был непростой, но тайваньцы счастливы увидеть Россию. Танцевально-песенный коллектив состоит из молодых жителей 16 тайваньских племен. Они возрождают и реконструируют исчезающие народные песни и танцы с помощью антропологов и племенных старейшин. Исполняя песни и танцы на сцене, группа старается показать исконный дух племенных ритуалов. Выступление аборигенной группы «Формоза» эстрадного балета «Экситон» можно будет увидеть сегодня, 9 июня в 15:00 в Доме культуры районного поселка Чердаклы. 10 июня в это же время они выступят в Заволжском районе города Ульяновска в детской школе искусств номер 8. Концерт творческого коллектива «Формоза» также пройдет 11 июня в 17:00 в парке «Западный» города Димитровграда. А 12 июня выступление аборигенной группы с острова Тайвань включены в концертную программу на площади столетия со дня рождения Ленина, посвященного Дню России. Группа выйдет на сцену в полдень и в 8 часов вечера, практически перед самым фейерверком. Вход на концерты свободный. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.